Итак, здравствуйте, все зрители и подписчики нашего канала. Продолжается турнир «Летопись», и он потихонечку начинает выходить на финальную стадию. Вот в верхней сетке мы с вами уже дошли даже до финала верхней сетки. В финале верхней сетки у нас встречаются такие ребята, как Агрессор и Данте. Ребята серьезные, которые изначально считались фаворитами данного турнира. Сегодня они будут бороться за то, чтобы пробиться в гранд-финал, где, собственно, и будет распределение первого-второго призового места. Проигравший упадет в финал нижней сетки, и с этого финала можно тоже будет пробиться в случае победы в гранд-финал. А в случае поражения придется играть за третье место. Давайте вспомним, против кого же играли наши ребята. Агрессор у нас сначала выиграл у Бажена Влада, затем выиграл у Канаты. Со счетом 2-0 прошел ПАК-74 и вот сейчас вышел на Данте. Данте у нас изначально выиграл у Рани со счетом 1-0, потом у Джедая со счетом 2-0 и у Алекс 3-9-ди. Если в целом посмотреть на соперников, да, которые попадались, то, например, тот же Джедай и Алекс, в принципе, не такие уж и слабые ребята были в плане игры. А вот у Пака, ой, точнее у Агрессора, наверное, самый серьезный соперник был, это как раз-таки Пак, да? Давайте рассмотрим более детально теперь самих игроков. Слева у нас Агрессор, представляющий Россию, Москва, 25 лет. Играет приблизительно 3 года и достижений никаких нет. Его соперник Данте, представляющий Украину, Черкассы, 27 лет, то есть немножко постарше.
Опыта, конечно, за плечами выше крыши. Больше 9 лет с перерывами. Хотя, если убрать перерывы, я не знаю, сколько останется. Выделить фаворита в сегодняшней игре, ну, лично мне было бы крайне сложно, поскольку... Ну, оба игрока показывали очень сильную игру. Может быть, в какие-то моменты чуть побыстрее пытался заканчивать свои игры агрессор. Но, как отмечал, ну, целый ряд игроков в данном турнире, что Данте так и не показал свою истинную силу, и он игрался со своими соперниками, как кошка с мышкой. То есть просто играл в удовольствие, давал и соперникам поиграть, и сам там просто какие-то интересные моменты в игре пытался реализовать. Сразу же скажем, что ребята договорились играть 3 игры. Единственное, я не знаю, как у них было договорено. Либо кто побеждает в первой игре, проходит дальше, остальные они играют просто так. Либо же все-таки серия до 2 побед. То есть, кто дважды побеждает, тот и проходит далее. Может быть и так. Но в любом случае мы с вами от этого выигрываем, потому что мы получаем с вами больше контента. В первую очередь для новичков, которые будут смотреть, учиться и в будущем тоже применять... какие-то тактические действия, которые будут применять ребята. Ну и самим игрокам, которые будут готовиться еще в ходе данного турнира играть с кем-то из текущих игроков. Все, тогда мы с вами переключаемся, запускаем игру и, собственно, начнем уже наблюдать за теми играми, которые между игроками произошли. Так, турнир «Летопись», первая игра, поехали. Смотрим, какие нации игроки выбрали в ходе игры. Так, Данте американцы, у агрессора случайный выбор. На Великой Сахаре. Так, Данте играет бирюзовым цветом и сразу же делает научные исследования, в то время как синий игрок... У нас делает тоже научные исследования. В этом плане они даже сошлись. Дальше пока что у синего исследований никаких не делается. Запускается один разведчик. У бирюзового, следует отметить, уже пошел раз разведчик, два разведчик, три, четыре, пять. Уже впереди по разведчикам бирюзовый игрок. У синего я вижу вот раз разведчик, вот два разведчик. И больше людей пытается запустить на лесопилку и так далее. То есть, но зато сделал гражданские исследования у нас синий игрок, в то время как, кстати, бирюзовый тоже делает. То есть он умудряется и людей наклепать пачками, и гражданские исследования сделать. И вот здесь вот, наверное, будет строиться у него очередной город. Привет, Влад. Да, давненько тебя не было видно. Вот начинает строить второй город первый игрок. И второй вот сейчас только-только будет начинать. Следует отметить, что по разведке проигрывает агрессор очень сильно. И по темпу игры, кстати, тоже. Я впервые вижу, чтобы в данном турнире у нас агрессор проигрывал своим соперникам в чем-то. Так что партия, я думаю, будет интересная. Сам агрессор отмечал по поводу Данте, что говорит, Данте это очень серьезный игрок. Говорит, играет явно не хуже меня. Ну, тем интересней будет. Как сам поживаешь? Да потихонечку, с переменным успехом. Вот, по постройке города пока что проигрывает у нас агрессор. Данте свой второй город уже построил.
Что тут по экономике? 60-70-0 и делает экономические исследования. Здесь экономические исследования у синего уже сделаны. То есть по исследованиям агрессор немножко впереди. Экономика 70-70. То есть по экономике чуть-чуть совсем, но тем не менее синий игрок впереди. Зато тут уже военные исследования пошли на стороне бирюзового. 60-100 уже идут экономика. И начинает строиться рынок после постройки двух городов. Здесь тоже, я думаю, в ближайшее время будет так. А тут 70-70-10. То есть здесь немножко больше золота получается. Благодаря тому, что рынок раньше построил у нас агрессор. Один из разведчиков вот сейчас обнаруживает территорию соперника. Ну, больше лесопилок сделал Данте. Сейчас агрессор даже немножечко по очкам обогнал. Но это пока что мало что значит. Мне вот интересно, как сейчас бирюзовый игрок. Начнет использовать свою бомбезную разведку. Я думаю, можно уже открыть всю карту. Наблюдать как есть. С разведкой мы тут уже определились, что да как. Вот пошли караваны. С этой стороны тоже вот пошел караван. Сейчас ребята начнут купцов строить, если что. Третий город через гражданские технологии второго уровня сразу же строит агрессор. Вместо того, чтобы улучшить второй город, он решил побыстрее отжать у соперника территорию. И из-за отжатой территории лесопилка, которая здесь была у Данте, она теряется. Это небольшой удар, конечно, по экономике Данте. У него экономика теперь плюс 100 еды, 70 дерева, 10 железа. Кстати, Данте перешел во вторую эпоху, поэтому он, по идее, где-то начнет гору использовать. Но у него тут одна гора, правда, сильно тут не поиспользуешь. Начинает строить сенат. Этот город делается теперь столицей, столица переносится. Строится конюшня, и уже понимает Данте, что надо сопернику что-то делать. Потому что по территории он уже проигрывает, по очкам проигрывает. Ну, единственное, по исследованиям может быть впереди. И то. Агрессор, кстати, начал переходить во вторую эпоху. Начал строить поля, строится храм, чтобы еще сильнее по территории соперника поджать. Здесь тоже начинает потихонечку отстраиваться. Данте переходит в деспотизм, а это говорит о том, что он будет играть агрессивно. Вот уже его деспот начинает тут прогуливаться по территориям. Строится рудник, и сейчас эта шахта начнет использоваться. Продолжают находиться всякие ресурсы. Здесь рудничок уже есть. Вот тут чуть ниже, если он спустится, есть второй рудник, но за него, возможно, еще придется и побороться. Что у нас еще? Так, начал добывать реликты. Это уменьшает время на исследование и улучшение на 33%. И все, да? По драгоценным ресурсам, наверное. Есть вот еще овцы или козы. Горожане производятся дешевле и быстрее. Тут гражданские исследования идут второго уровня у американцев, то есть у Данте. Данте уже сделал себе первого коня. Может потихонечку мешать экономике. Тут начинают строиться университеты. То есть идет ставка на экономику. Тоже строится сенат с большим опозданием. Аж на 6-й минуте. А построен будет аж на 7-й. И казармы уже построил. Так что какая-никакая защита, но будет. Убивается разведчик синего игрока. Это сделал вот этот вот конь. Конь пока что близко не приближается к армии. Его задача отвлекать по большей части.
военные и гражданские технологии второго уровня, экономика и наука первого. И начинает вот только сейчас тоже строить университет, и вот по университетам он, пожалуй, проигрывает. И агрессор, видите, отставал, а сейчас, наоборот, начинает чувствовать себя лучше. Жителей своих прятал в этом городе, сейчас заново выпустил их. Побаивался, что соперник ему что-то устроит. Просто соперник, видите, с разных сторон тут забежал. С одной стороны кони, с другой стороны тоже один кони, лидер. Ему надо попробовать убить вот этих вот купцов. Вот что он, в принципе, сдалека и пытается сделать сейчас. А это сенатор. Как бы сенатор не попробовал подкупить войска, поэтому приходится убегать. В принципе, купца они убили, поэтому новый купец пришел и начинает свой лагерь там разбивать. Начинается погоня за бирюзовым игроком. Но у него еще есть другой фланг в случае чего. Агрессор направил свою армию на захват города. Ну, я не знаю, насколько это хорошая идея. Лучше бы он, возможно, жителей здесь перебил и попробовал остановить экономику. Данте построил еще один город, но построил его очень и очень близко к первому городу. Вообще, мне кажется, если бы построить его вот здесь, может быть, это было бы более выгодно, чтобы больше территории отжать и поджаться к сопернику. Ну, хотя, с другой стороны, сложнее было бы армию, наверное, перекидывать. Так что тут палка в двух концах. Сейчас Данте начинает армию возвращать. Американцы отступают, в то время как индианцы у нас строят второй рынок, чтобы еще сильнее улучшить экономику. На 200 очков синий игрок уже выходит вперед, между прочим. Наблюдаются проблемы, строятся бараки. Уже на конницу не получилось сделать ставку и выжать максимум. Поэтому попробуют сыграть через бараки и через пехоту. Так, агрессор начал добывать еще и шелк. Время барак и конюшен доков снижено на 25%. То есть быстрее армия, да? Начинает клепаться, судя по всему. Так, усиление на добычу леса строится и усиление на добычу еды. И тут пришел конь, который мешает это все достроить. А разведчик просто стоит и смотрит, сколько здесь людей работает, не более того. Но опять же, приходится отступать. То есть подбежал, навредил, отступил. Скажем так, он пытается сделать так, чтобы, ну, более запутать соперника. То есть отвлечь от чего-то более важного. Вот еще три коня сделал. Запускает их, опять же, по территории Данте. Данте играет гораздо более агрессивно, чем это делает агрессор, но в этой игре не всегда побеждает тот, кто ведет себя более агрессивно. Здесь можно сыграть от защиты, всю игру защищаться, потом разбить армию соперника на своей территории и быстро выйти в контратаку, победив. Но не всегда получается в защите отбиться, поэтому не всегда выигрывает защищающийся. И в атаке точно так же, если ты умудряешься угробить экономику сопернику, он не может развиваться, и ты начинаешь его обгонять все больше и больше. Но если не успеваешь поджать, то все. Рейдеры, блин, да, да. Но пока что рейдерских захватов особо не получается. А в третью эпоху перешли оба игрока. Здесь тоже идет усиление на лесопилку. Да, полностью на экономику ставка. 124, 140, 70, 87, 65. Против 110, 110, 82, 87, 30. Ну, скажем так, такого прям колоссального отрыва я не вижу. Разве что по некоторым ресурсам.
У кого-то там отрыв на 30, как у, ну или на 20, почти на 30, там по идее дереву, например, у синего игрока, а у кого-то небольшой отрыв уже по таким ресурсам, как там железо, золото, да. Если здесь его 30-96, то здесь 86-106. Единственное знаний 30 у бирюзового, а здесь 65. То есть в два раза больше знаний как раз таким у этого игрока. Вот сейчас прогнал жителей, которые работали на железе, бирюзовый. То есть Данте реально начинает рушить экономику. С двух флангов зашел и начинает мучить столицу Делфи. То отступает, то нападает. Вот пока он уводит армию в одну сторону, с севера приходит новая армия, которая сейчас не даст работать на лесопилке. Этому городу, наверное, надо будет спасаться, да. Жители начинают убегать. Опять же, экономика частично останавливается. И начинается беда. Караваны тоже убиваются, а это, собственно, золото. А, в смысле, что в рейды ходят, они захватывают, это да. Но я считаю, это тоже более хорошая идея, чем отжимать сразу города, которые до появления катапульта отжимать на самом-то деле сложновато. Хотя третья эпоха пошла. Вот уже с третьего фланга начала заходить армия Данте. Я напоминаю, что Данте все еще проигрывает, по очкам. Сначала на 100 очков оторвался агрессор, теперь уже на 200 очков. Но при этом агрессия Данте, она все равно дает плоды. И не дает здесь передохнуть. Видите, одного коня оставил, чтобы не давать жителям работать на полях. Остальными пошел гонять армию соперника и вредить другим оставшимся городам. Второй, точнее, третий город, который здесь строился, возле него уже университет новый стал. А вот сейчас идет фабрика осадных орудий, так что скоро должны появиться катапульты, требуше, потом это все модернизироваться в пушки и так далее. По исследованиям все второго уровня у Бирюзового. И все второго уровня, но только военные технологии и научные третьего уровня у агрессора. То есть агрессор по исследованиям впереди на данный момент. Экономика 136, 148, 130, 70. 122, 124, 96, 128, 47. Ну, кстати, по знаниям все так же в два раза впереди примерно агрессор. Но зато у Данте чудо света. Это армия Терракота. А также делает он сейчас исследования в виде научных технологий. Первая катапульта построилась, так что готовится он к атаке. А один конь продолжает терроризировать здесь армию врага. Поэтому сейчас армия Терракота, ну пускай и медленно, но тем не менее, начнет клепать легкую пехоту. В идеале, там, я не помню, с какой из четвертой эпохи это все превращается в стрелков, и тогда это дает больше плодов. Здесь как раз начинает строиться литейная станция, которая, в свою очередь, должна увеличить количество добываемой руды. Через два рудника играет у нас синий игрок. Сейчас агрессор должен здесь разогнать жителей, выбить, конечно же. Купца. Это обязательно надо сделать. Опять приходится спасаться агрессору. Казалось бы, ник агрессор у синего игрока агрессивно себя ведет у нас именно Данте. И вот сейчас агрессор уже начинает и по очкам проигрывать, экономика начинает очень сильно рушиться. Начинает также работать катапульта, которая потихонечку начинает сносить у города Индор защиту. А купец тоже уничтожается, и экономика в
принципе, я бы не сказал, что пока что как-то сильно упала, но определенная роль здесь была. Не дает литейку достроить. Перестал бомбить город, начал бомбить литейку. И начинает отступать. Единственное, блин, он катапульту бросил. Что ж ты так, ай-яй-яй. Надо было катапульту первой начинать водить. Ну, просто отдаст сейчас катапульту. Или нет? Нет, агрессор не побежал ее добивать. А зря. Здесь тем временем еще одни бараки строятся, и экономика будет лучше работать. Что он добывает? Он добывает павлинов. Плюс 10% к лимиту населения получается. И играет через добычу, забыл, как она называется, в общем. Рыночная цена на продажу становится лучше на 10%. И через один рудник всего лишь играет. Агрессор решил перейти в четвертую эпоху и попробовать хотя бы за счет эпох как-то выкрутиться. Новый университет строится, продолжает, в общем-то, отыгрывать через экономику. Я сэкономил на легкой лошади в башне вовремя. Да. Начинает агрессор копить побольше армии. Здесь тоже армия копится, но помимо платной армии еще и армия терракота начинает. Такая вот легкая пехота выстраиваться здесь. Армия универсальная, тут тебе и копейщики, и кони, и легкая пехота вместе с лидером. Также строится форт возле второго города, который является столицей. Вот маленький отряд по флангу решил проходить. Если он дойдет сейчас до этого купца, который добывает папирус, то еще минус один драгоценный ресурс будет. Вот этот ресурс, например, реликты уже... А, нет, добывает все-таки, да? Да, добывает. Ему просто убивали этого купца. И тоже строится форт под границей, так что сейчас тоже границы немножко уйдут направо. В общем, начинается холодная война сейчас. Здесь уже... А, нет, по исследованиям осталось так же. Единственное, в следующую эпоху перешел. Данте тоже начал переходить в следующую эпоху. А в остальном, в принципе, по исследованиям они сейчас сравняются. Вот сейчас, после того, как перейдет Данте в эпоху, он уже по исследованиям можно сказать, что догоняет агрессора. Так, вот уже три катапульты готово. Уже более серьезная атака будет в этот раз в четвертой эпохе. Четвертую эпоху перешел. И да, все-таки убивают купца, который здесь добывал. Еще минус один драгоценный ресурс для агрессора. Неприятно. Так, пока что отошел, сделал построение Данте и находится в защите. Монархия исследуется у Бирюзового и начинает клепать армию. Пушки. Начинает превращать катапульты в пушки. Так, ну, сдалека начинает атаку на какой-то третий, по-моему, по счету город со стороны агрессора. Агрессор начинает как раз в этот город подтягивать армию. По размеру армии, конечно, у агрессора армии в разы меньше. Так, новая форма правления монархии. Сейчас посмотрим, получится нормально отбиться или нет. С первого раза может худо-бедно как-то, хотя, конечно, разница в армии тут
Наверное, даже больше, чем в два раза превосходит по армии сейчас Данте Агрессора. Кстати, Олег, скажи, а вы как договорились? Изначально играть три игры типа до двух побед? Или же вы решили, типа, первую игру сыграете турнирную, а остальные типа фановые? У агрессора слон уже появился к этому моменту. Город уже разрушен. И вот сейчас начинает входить он в этот город. И вот начинается замес. Давайте даже приблизим. Причем следует отметить, что армия Данте, она заходит с двух флангов. То есть нижняя прорывается, а верхняя заходит с тыла и начинает бить в спину. Правда, не так много он армии пустил с тыла. Большая часть все-таки пошла лоб в лоб. Но тем не менее. Дальше начал выносить конюшню. Монархия дает баф к урону пушек. Намного быстрее сносит здания. До двух побед играли. Понял. Значит, серия БО3. Достаточно легко получилось здесь. Прорвать оборону. Теряет таким образом один из хорошо отстроенных городов и с двумя городами против трех, а скоро и четырех соперников. Агрессор сдается. Ну вот тоже видите важный показатель. То, что агрессор сдается в тот момент, когда понимают, что с таким уровнем игры, которую у обоих ребят, тут уже не вытащить. Новички бы еще могли бы побороться там. Что-то попытаться придумать. Так что Данте со счетом 1-0, получается, выходит вперед. Поехали смотреть вторую игру. Данте теперь играет за римлян. Точно так же начинает он играть через научные исследования. А здесь персы. Кстати, я не помню, у нас в турнире уже играл кто-то за персов. Что-то я не припоминаю. Из ресурсов есть у нас тут на цену в бараках подешевле. И сразу же гражданские исследования делаются. Агрессор попробует точно так же, да? Сыграть. Так, три разведчика пошло в этот раз. Больше разведчиков, чем в прошлый раз. Ну а тут, как обычно, разведчиков целая пачка по всем направлениям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и, собственно, семь. Семь разведчиков на старте игры. Тоже быстро сделал гражданские исследования, быстро начинает строить второй город. Очень много начал собирать руин. Во! Вот в этот раз уже мы видим больше разведчиков и со стороны агрессора. Пять разведчиков как минимум я вижу. А, стоп, даже 6. Тут у него два разведчика пошло по одному направлению. Так, ну это уже интересней. Единственное, гражданские исследования уже второго уровня, а где будут строиться города, непонятно, да? То есть, возможно, даже раньше начал эти исследования делать, но по итогу город построит позже. Привет, Илюха. Еще две будет. Ну вот уже вторая, да, которую мы с вами смотрим. В детство играл. Ну вот, как раз у тебя есть возможность посмотреть, как в онлайне играют ребята между собой. Карта у ребят примерно такая же. Единственное, в этот раз больше возможностей для постройки рудников получается. Все исследования первого уровня за 2 минуты сделаны.
И уже два города, а второй город со своей стороны агрессор только начинает сейчас строить. По исследованиям немножко отстает, на одно исследование буквально. Он, конечно, выигрывает по гражданским технологиям, но пока что гражданские технологии не реализованы. То есть только второй город построен. Сейчас можно быстро начинать и третий строить, в случае чего. Здесь разведчики Бирюзово продолжают находить плюсы для себя. Возле второго города Данте сразу же построил лесопилку. Также сейчас рынок, да, все верно. Когда появляется два города, быстро обычно ребята начинают строить рынок для того, чтобы пустить караваны и начинать посылать купцов, добывать важные драгоценные ресурсы. Вот то, о чем я и говорил. Сразу же после второго города быстро начинает строить третий город. И таким образом по территории очень сильно сейчас поджал агрессор Данте. В прошлый раз он его поджал так, что даже лесопилка развалилась у Данте. Ну, в этот раз лесопилка, видите, с другой стороны стоит. Если бы она стояла тут, то она бы тоже была развалена. Сейчас есть в Стиме более обновленная версия, там типа сделали больше отдаления и приближения там по камере. Вроде там что-то еще немножко там фиксили, добавляли. версия Extended, то есть переиздание. Сделали под новое разрешение экрана. Вот уже начал добывать, это у нас что? Диаманты, да? Коммерческий лимит повышается благодаря этому. У синего игрока пока что мы особо добываемых ресурсов не видим, но он сейчас сосредоточен, опять же, на экономике больше, да? Хотя нет, вот сейчас бараки строятся. Три города и сразу же бараки. А здесь сенат строится раньше, и бараки построены раньше, опять же, у Данте. И Данте опять себя ведет более агрессивно. Вот он сделал небольшой отряд из копейщиков. Пока что, правда, остановился, но он его дальше поведет, будет мешать сопернику развивать экономику. И это идет только пятая минута. После сената будет меняться форма правления. Но он как-то по окраине пока отдыхает. Так, вот перенесена столица с нижнего города на верхний. Начинает строить университеты. В то время как, кстати, в прошлый раз по универам был впереди у нас агрессор, в этот раз уже агрессор отстает по универам. Вот сейчас тоже начинает строить сенат, но раньше сенат построит у нас как раз-таки, уже построил, кстати, Данте. Так что римляне уже вот второй драгоценный ресурс добывается. Первый мы с вами смотрели снизу, здесь был. Это разведчик отдыхает. А вот сейчас купец собирается добывать здесь драгоценный ресурс, но вражеские разведчики этого не заметили, поэтому ничего страшного для агрессора не произошло. По территории и по очкам опять выигрывает агрессор. Отрывается он на 100 очков, тогда он умудрился даже оторваться на 200 очков, но Данте все равно тогда выиграл. 419 рублей на сайте плати.ру вы можете купить ее гораздо дешевле. Плюс есть пиратская версия, которая тоже через Steam играется, но она выдает себя за другую игру. На Coopland можете скачать. Есть такой сайт. Вот эта версия сыграна как раз на Coopland. У нас некоторые ребята играют на официальной версии, да, платной, некоторые играют на Coopland-овской. Тут уже разведка со стороны деспота у агрессора. Ну, раз через деспотизм начал играть агрессор, значит, тогда все-таки это будет уже не защитная, а агрессивная манера игры. По экономике здесь 80, 110, 40, 67, 40.
против 100, 180, 55, 20. Ну, как обычно, то есть по каким-то ресурсам выигрывает синий игрок, по каким-то ресурсам выигрывает у нас бирюзовый. Строится конюшня после бараков, и в принципе получается, что на 7-й минуте уже более-менее и защиту, и атаку может делать агрессор. А здесь тоже, в принципе, и конюшня, и бараки уже раньше даже построены. Плюс строится храм. Продолжают гулять позади тут вражеские отряды. Вот еще новые отряды приходят, которые сейчас будут мешать развиваться. А тут как раз во второй эпохе, когда ребята перешли, агрессор начал строить себе осадные орудия, завод, да, на котором можно было бы делать катапульты. Вот с двух разных флангов сейчас гуляет. Еще и позади есть отряд. Почему-то этот отряд не мешает здесь жителям заниматься сельским хозяйством. Ну, возможно, он его приберег в другой момент, когда, например, он будет атаковать с этой стороны и заодно позади начнет что-то делать, чтобы немножко в растерянности находился агрессор. Вот, начал третий город сейчас строить Данте в непосредственной близости к городу соперника. Именно поэтому он сейчас сюда подвел все свои войска, ну или почти все, чтобы если соперник попытается не дать ему этот город достроить, чтобы ему было чем, в общем-то, отбить эту атаку. Из вселенной Total War какие игры посоветуешь? Да, они все по-своему на самом-то деле прикольные. По-своему. Я больше всего играл в Medieval 2. Но там по системным требованиям надо смотреть. В некоторых новых версиях даже появилась возможность совместного прохождения по сети. Я вот не знаю, есть ли вообще полноценный онлайн в Total War. В старых версиях такого точно не было. Начинается битва. Больше армии, конечно, к этому моменту накоплено. В этот раз у агрессора. Единственная катапульта не прикрыта, которую он сейчас потеряет. Прячет свою армию, ну точнее остатки своей армии. Ой-ой-ой, тут слон начинает унижать вражеского лидера, который уже погиб. Ну в этот раз, кстати, агрессор неплохо свою атаку организовал. Причем быстро. На 8-9 минуте примерно эта атака произошла. Ну, верхний город и не успел толком развить, конечно, Данте. А тут у него уже идут как бы отжимать и столицу сразу же. По стандартным правилам, когда теряешь столицу, тебе там дается, я не помню, 1,5 или 3 минуты, что-то около того, да, на ее возвращение. Иначе ты проигрываешь. Некоторые столицу делают центральным городом, некоторые столицу держат самым дальним городом. То есть тоже в зависимости от того, какая у вас вообще стратегия игры. Так, ну что, этот город, судя по всему, будет захвачен. Правда, потери тоже достаточно большие у агрессора. То есть после этого города особо дальше и не пройдешь. Все, теряет центральный город, столицу, и дается 3 минуты на то, чтобы эту столицу вернуть. То есть агрессор решил не все города отжимать, а просто отжать столицу и попытаться закрепиться и удержать. Все, Данте сдается. То есть достаточно было сейчас потерять столицу и не иметь возможности в экономическом плане нормально развиться, чтобы наклепать достаточное количество армии, и все. И счет уже сравнивается 1-1, и нам таким образом выдается возможность понаблюдать за третьей и решающей игрой. Ну вот как мы и ожидали. Встреча очень интересная между ребятами. То, о чем я и говорил, что выделить среди них явного фаворита сложновато. Так, поехали. Данте у нас играет за нубийцев. Точно такое же начало, научные исследования идут. И снова индусы, да?
у агрессора. Но он первую игру, которую играл за индуса, он тогда проиграл. Посмотрим, удастся ли ему выиграть вторую игру. Здесь после научных идут сразу же гражданские. И попытка построить второй город. Вот он уже даже поставил себе точку, с какой стороны он хочет делать. Данте опять делает мега-разведку. Ну, пока что у него 3 разведчика пошло, но я думаю, в ближайшее время пойдет гораздо больше. Гражданские технологии он пока не делает, потому что у него большинство ресурсов идет как раз-таки на разведчиков. Уже 4 разведчика я вижу, которых он запускает в разные края. Разведка нужна для того, чтобы обнаружить, где находятся важные редкие ресурсы, которые можно будет добывать, где находится соперник, какая выпала карта и так далее. Вот сейчас гражданские исследования только начинаются. Но второй город, по идее, раньше должен построить, все верно, агрессор. Вот мы даже видим, как второй город сейчас начинает строиться. После постройки второго города быстро надо будет построить рынок, запустить караваны и начинать строить купцов, которые будут добывать важные ресурсы. Но эти важные ресурсы надо сначала найти с помощью разведчиков, чем ребята, соответственно, сейчас и будут заниматься. Больше, конечно, этим занимается именно бирюзовый игрок. У него вообще стратегия на этом очень сильно завязана. Уже октябрь, да? И фамилия у тебя такая, Октябрьский. Второй город еще долговато будет строиться со стороны Данте. Агрессор уже выходит вперед. Можем типа открыть уже карту, полноценно наблюдать за тем, что происходит. Рынок пока что мы не видим, чтобы строился. Но в ближайшее время он в любом случае будет строиться. Пока что продолжаются разведки. Ребята бегают по нейтральным территориям и пытаются обнаружить что-то хорошее. Гражданские технологии второго уровня уже со стороны нубийцев, со стороны Данте. Здесь гражданские первого. То есть, возможно, мы сейчас увидим сразу же постройку и третьего города. Да, так и есть. И он его прямо возле территории соперника. Этот город автоматически отожмет вот этот лес, ну, большую его часть. Ну и, соответственно, эта гора будет принадлежать как раз-таки бирюзовому игроку. Здесь все исследования первого уровня, кроме военных. Построен рынок со стороны агрессора. И теперь агрессор может запустить, во-первых, караван, во-вторых, сейчас начнет купцов засылать на добычу полезных ресурсов. Город наполовину примерно только построен. Ну, развит только верхний город, рынок там тоже есть. Уже добывается на гражданские исследования, цена снижается, уже первый ресурс. Так, а куда он его засылает? Сюда, что ли? На коммерческий лимит, да, еще одного купца хочет послать. И плюс добывается у него обсидиан, который луч, не башни, не форты, города получают плюс 1 атаки. Тоже, кстати, неплохо. А вот здесь у синего в этом плане ситуация немножко хуже. Сейчас он начнет добывать бизонов. Цена на амбарные исследования будет дешевле. Но это опять же разведка. И павлины. Ну, павлины это хорошо тоже. Плюс 10% к лимиту населения. За лимит населения тоже частенько начинается борьба между ребятами. После того, как был построен третий город, быстро там строится еще один рынок. Строится лесопилка. Причем лесопилка получается большая. Агрессор уже успел перейти во вторую эпоху, поэтому он еще и по эпохам впереди. Быстро начинает строить сенат. Ну, кстати, вот третья игра, надо отметить, что она пока самая быстрая, наверное, по развитию у игроков получается. Это как такая раскачка, знаете, первая игра такая немножко более сонная, ребята только начинают быстро кликать по карте, вторая игра еще чуть ускоряются, и третья уже прям выдает максимум. Ну и плюс делают выводы по поводу предыдущих своих стратегий. Университеты начинает агрессор тоже делать и поднимает свою экономику. Плюс 100, плюс 90, плюс 40, плюс 20, плюс 10. Против плюс 95, 110, 10, 65, 25. По экономике синий впереди.
Вот сейчас первую гору начнет использовать для добычи железа у нас бирюзовый игрок. Единственное, что по золоту, конечно, больше добывает бирюзовый игрок. Но он и ресурсов драгоценных тоже добывает больше. Строятся бараки после того, как сенат построен, и развивается деспотизм. То есть агрессор будет играть за индусов агрессивно. Так, а что у нас тут по сенатам? Вот сенат только-только строится, проигрывает сейчас Данте по сенату. Строится универ. Вторая шахта по железу будет тоже использоваться. Первая у него здесь, она небольшая тоже. Военные исследования второго уровня пока что происходят. Здесь наоборот экономика поднимается до второго уровня со стороны агрессора. Пока что все достаточно спокойно. Вот отряды начинают появляться, но они сразу же прячутся в городе. Нет смысла сопернику показывать, сколько у тебя армии. Ты, когда тебе надо будет, эту армию выведешь просто из города и все. Так, а тут уже разведчик, он же деспот. Бежит с разведкой, он видит, что этот город вообще пустой, он вообще никак не развит. Он как бы и есть. Но и в то же время в экономику вложение просто минимальное, он не развит. Вот этот город уже немножко получше. Тут тебе и лесопилка, и поля есть, и железо добывается. Тут и сенат, и рынок. Ну, перед тем, как нападать, разведка всегда нужна, чтобы нигде не затупить. И знать, с какой стороны лучше зайти и так далее. Так, бонус коммерции получается за счет диамантов. Так, отряды копейщиков начинают выходить. Город клепает жителей. По территории немножко сейчас потерял этой самой территории. Кстати, башня. То, чего мы редко видели в исполнении этих ребят. Чтобы немножко укрепиться, здесь строится башня. И сахар начинает еще добывать. Ну, драгоценных ресурсов прямо у Данте выше крыши. Он, кстати, на 200 очков уже оторвался по очкам от синего. В этот раз Данте пока играет от защиты больше. Менее агрессивно себя ведет. А агрессор пока что... несмотря на деспотизм, тоже ждет. Данте уже перешел в третью эпоху. Агрессор пока сидит во второй, но тоже в ближайшее время будет переходить. Нет, он сейчас военные исследования делает второго уровня. А здесь после третьей эпохи делаются научные исследования второго уровня. Экономику тоже желательно бы поднимать. Так, форма правления республика пошла. То есть все-таки от защиты будет играть Данте. И от атаки будет играть, судя по всему, агрессор, если форму правления не изменят. Не, ну первую игру агрессор как раз таки сыграл от защиты. Вторую он сыграл агрессивно, это принесло ему победу. И вот сейчас агрессор убивает купца, который здесь добывал диамант, и он здесь строит своего купца. Медленно, но уверенно начинает получать экономические плюсы. Ну, одним отрядом, к сожалению, он тут мало, наверное, что сделает. Вот он нашел руины, которые заберет. Это, наверное, лучший бонус, который он может выжать. Ну, а с такой армией, как здесь, то есть одним отрядом, с двумя отрядами соперника сражаться, ну, не очень хорошая идея, пожалуй. Хотя, вот они сейчас разминутся. А, ну, в таком случае, конечно, агрессор сейчас потеряет тоже своего купца. Быстро он ушел. Ну, это нехватка разведки, то есть он не знал. Интересно, вернет сейчас свою армию или нет? Нет, не будет возвращать. А смысла нет, он не успеет. Этот отряд все равно по-быстрому убежит. Так что
Ну как? По факту ребята друг другу навредили. Больше навредил все равно агрессор, потому что ближе к территории соперника теперь там не добывается ничего. А агрессор, он толком и не успел там долго подобывать ресурсы, он только построился, ему сразу разрушили. Уже оба находятся в третьей эпохе. Начинает делать три буше. Сейчас синий игрок. Здесь же у нас пока клепаются жители, улучшается экономика и так далее. Строится побольше полей. Обзорка построена. Начинает строить усилитель на добычу еды в этом городе. И агрессор на 10-й минуте начинает выходить в атаку с появлением двух катапульт. Правда, одна катапульта с опозданием немножко выходит. Так что вот сейчас первая атака, ребят. Что у нас тут по армии? Пара лучников. Плюс один отряд сразу же выходит. Агрессор не спешит, ждет, пока еще одна катапульта подъедет. Тут слоны тоже начинают подходить. Такие битвы на расстоянии. Больше. Там стрелки и так далее идут. Ну, за счет катапульт, которые стоят позади, я думаю, что этот город довольно быстро должен пасть. Единственное, немножко башня тут сыграет свою роль в том, какие потери будут у агрессора. Уже катапульты превращаются в требуше. Начинают наносить больше урона. Ну и агрессор начинает терять почти всю свою пехоту, потому что очень много стрелков с той стороны. Ему нельзя здесь терять всю пехоту, потому что он потеряет все свои требуше, которые у него есть в наличии. Вот уже, видите, начал терять. Уже осталось из трех требуше 2. Но я думаю, тут уже без вариантов. То есть требуше он никак здесь не оставит в живых. Даже если он развернется, то в любом случае в спину их застреляют. Поэтому все равно агрессор пытается выжать максимум из этой атаки, ослабить соперника. Смотрите, а один требуше все-таки не выбил агрессор. И позволил город уничтожить полностью. Ну, в плане того, что защита снимается полностью. Еще один требуше подтягивает. Вот армия продолжает подходить. Еще одна конюшня, еще одни бараки. Чтобы брать именно количеством воспроизводимой армии. Затяжная атака получается, но тем не менее она все еще продолжается. А лучники это, конечно же, хорошо, но только на расстоянии. Поэтому приходится постоянно данты отступать. Когда ты защищаешься только лучниками, ты не можешь себе позволить ближний бой. Поэтому приходится отбежать, подбежать и постоянно держаться на расстоянии. Что длительная перестрелка начинается. Ну и этот город полноценно, конечно, уже работать не может. И для агрессора хорошо, что все вот эти вот боевые действия, которые идут, они идут не на его стороне, а на стороне соперника. Поэтому, как говорится, лучшая защита это атака. Пока ты воюешь на стороне соперника, соперник не воюет на твоей стороне. Мы, правда, видели исключение из правил. В одной или нескольких играх в данном турнире, когда один по одному флангу атаковал одного, а второй другого по другому флангу атаковал. Там уже тогда от грамотности ведения боевых действий зависит, кто быстрее будет получать бонусы. Вот сейчас агрессор начал еще и требуше... А, хотя нет, я думал он с этой стороны будет, там где вообще нет армии соперника, атаковать. Но нет, он все-таки решил перевести на другую сторону. Либо же отправить домой на лечение, что тоже очень даже может быть. По очкам все так же впереди остается Данте.
начал развивать он вот этот центральный город, который был не развит, построил себе купцов и поставил себе один отряд на защиту. Ну а атака агрессора, которой он пошел здесь в тыл, можно сказать, что она уже захлебнулась. Ну, во всяком случае, он немножко здесь притормозил по развитию этот город. И что тут строится? Здесь строится форт. Вот башня и форт обычно строятся в тех местах, где вам нужно лучше укрепиться. Агрессор начинает делать исследования сейчас, научные, и у него таким образом все исследования будут второго уровня. А если мы говорим про Данте, то у него не только исследования второго уровня, у него гражданские и научные уже даже третьего. То есть по исследованиям Данте впереди. А по экономике 115, 104, 74, 178, 69. А здесь 144, 130, 112, 82, 45. То есть по знаниям 45 против 69. Здесь это, по-моему, первая игра из трех, где Данте выигрывает именно по знаниям у агрессора. Ну что, строится третий город и только-только начинает развивать третий город. Агрессор строит рынок. Также строит храм, чтобы немножко тоже по территории начать поджимать соперника. Ну, у Данте вот начинает копиться армия. И в четвертую эпоху уже начинает переходить у нас Бирюзовый в игре с тремя городами. Ну, гораздо позже в третий город начал выходить агрессор. Он, наверное, надеялся на то, что все-таки удачной будет вот эта вот его атака, и тогда ему постройка третьего города, может быть, и не понадобится. Но атака захлебнулась, поэтому приходится брать передышку и, опять же, все-таки достраивать себе экономику с еще одним городом для того, чтобы не проиграть экономическую битву. Чем хуже у тебя экономика, тем меньше ты армии можешь наклепать и, ну, менее быстро, скажем, хотя бы. То есть экономика не выдержит содержания большой армии и вовремя ее восполнения. Как-то он вывел свою армию, ну, одного лучника оставил там в городе. Пока что собирает ее на нейтральной территории между городами. Вот сейчас одиночек начинает запускать, так называемые разведчики, которые должны ему сейчас показать ситуацию внутри страны у агрессора. Агрессор тоже начал в четвертую эпоху выходить. Чё-то я не пойму, а куда он их засылает? Прям по самому краю хочет пройтись, что ли? Ну, возможно, возможно. Ну, четвертая эпоха пока что еще в пути. Еще только наполовину. А в это время строится ускоритель на добычу леса со стороны Данте. Ну, в остальном вроде изменений тут не сильно много. Единственное, еще дополнительные ресурсы. Он начал строить четвертый город, и для бараков цена теперь будет снижена, потому что он начал соль добывать прям под границей у соперника. И на всякий случай сюда тоже запускает верблюда. То ли для защиты, то ли это будет очередной разведчик, который попытается зайти со стороны, вот как эти два. Кстати, так он же сейчас убьет купца, который на бизонах стоит у агрессора. Таким образом, или нет? Да, но он это будет делать одним, потому что здоровья в принципе в этих домиках у купцов очень мало. Разделяются эти кони между собой. Зашел с тыла, а агрессор наоборот выходит в атаку. И вышел в атаку как раз с той стороны, с которой Данте его и ожидал намного заранее. Но тут перевес на стороне агрессора, опять же, в атаке. Причем за счет пушек и четвертой эпохи агрессор уже полноценно готов тут заниматься штурмом.
А Данте, видите, он вроде не успел наклепать достаточное количество армии. Неужели Данте тут зевнул? Ну, не видно нигде больше армии. Он, наверное, пока начал развивать последний город и заниматься вот этими вот вклиниваниями своими, видите, конями, которые тут начинают атаковать. А, ну тут не, этот конь погибнет, потому что здесь уже два коня успевает сделать агрессор, и этот конь тоже погиб, поэтому надолго там заниматься рейдерством, убийством жителей и разорением не получилось у Данте. И теперь Данте вынужден опять защищаться. Тут агрессор еще не всю армию подвел, снизу есть еще часть армии. Данте совершает подкуп, то есть подкупил даже какой-то отряд со стороны агрессора, чтобы он воевал теперь на его стороне. Так, ну верхние отряды Данте с горем пополам отбивает. Но армии, конечно, маловато. И вот мы видим, что верхний город разрушен. Но в этот раз он пошел не на столицу. Все-таки. До столицы там далековато было бежать, да и армия тут вражеская стояла, поэтому пришлось... Так, и вот тут потеряна почти вся пехота со стороны агрессора. Наверное, следовало бы сейчас пушки все-таки отвезти домой. Либо же он попробует за счет этих пушек все равно хоть какой-то урон нанести. Типа потеряет пушки, так потеряет, ничего не поделаешь. Да, видимо, просто выжимает максимум с этой атаки. Ни больше, ни меньше. Ну, дальше штурмом он не сможет заниматься. По захвату городов без пушек полноценно. Ну, а проводить какие-то там боевые действия, в принципе, старается. С этой стороны спокойно. Армии терракота нет в этот раз, да? Ну и все. В очередной раз атака со стороны агрессора здесь захлебнулась. На 2000 уже лидирует Данте по очкам. Здесь, конечно же, и почти в два раза перевес по территории. И экономика достаточно хорошая. Ну и по армии он сейчас временно, но тем не менее выходит вперед, потому что он выбил армию соперника. Но выходить в контратаку он не видит смысла сейчас, потому что у него недостаточно армии, чтобы штурмовать. Да и штурмовать без пушек особого смысла нету. Так, что у нас по экономике? 135, 168, 180, 220, 116. Против 110, 140, 112, 73, 75. Агрессор очень сильно сейчас по экономике проигрывает. И тут его продолжают отвлекать вредители. Вот эти вот одиночные, которых запускает Данте. И постоянно отвлекает. Не дает жителям работать на лесопилке полноценно. Ну вот за счет вот этих вот стрелков сейчас он убьет этого рейдера очередного. И жители нормально опять выйдут на работу. Делаются научные исследования со стороны агрессора. Ну а Данте уже в принципе сделал все третьего уровня. Причем даже наука и военные исследования четвертого. То есть по исследованиям тоже очень сильно агрессор начал отставать. По экономике позади, по территории позади. По исследованиям тоже позади. Это не очень хорошая ситуация для агрессора. Но агрессор видно, что копит армию. У Данте тоже тут отряды начинают собираться. Ну, вообще, с учетом того, что агрессор потерял армию, то
хотя нет, тут армии немного. Хотел сказать, он еще неплохо успевает эту армию копить в соотношении с соперником, но нет, все-таки раза в три армии меньше у агрессора. Хотя, может, у него по городам спрятано? Да нет, судя по всему, что нет. Начинает строить форт в одном из верхних городов, чтобы кое-как укрепиться. Построена башня для защиты снизу. Ну, он таким образом заодно и павлинов защищает. И вот очередной рейдерский отряд, который сейчас будет заходить с фланга. Но он, правда, не знает, что тут уже стоит башня. Если раньше он тут полноценно мог спокойно бегать, то в этот раз будет сложнее. Плюс тут форт еще появится. Но что-то все равно сможет натворить. Например, проскользнуть куда-нибудь сюда можно этой армии. Начинается холодная война, и оба готовятся кто к атаке, кто к защите. Но Данте в любом случае пытается выйти в атаку. Агрессор, кстати, увел всю свою армию в правую часть. И тут он видит, что опять рейдеры идут ему вредить. Так, ну, эта пушка, по идее, она не даст тут сильно разбушеваться. А, это обзорка. Это не башня. То есть жители просто там спрятались. Ну все, павлины больше не добываются. Опять же, вот этот вот рейдерский вариант, опять он дает плюсы. И Делфи опять вынужден повременить со своим развитием, не может полноценно работать. Строится усиление на еду и на лесопилку. Ну точнее, не строятся, а строились. Эти отряды пытаются с универом воевать, но эта задача не самая, наверное, хорошая, потому что если сейчас тут с конюшни начнут появляться юниты, то эту армию быстро перебьют. Но во всяком случае, сейчас Данте, видите, вот так вот из-под тишка больше играет. Если агрессор идет лоб в лоб, то Данте так работает через отвлечение, через уведение своих армий куда-то. Постоянно соперника вводит. А вот агрессор накопил, ну, маленький отряд, но тем не менее этого отряда будет достаточно, чтобы убить купца на соли. Можно разрушить рынок, ну и как-то не дать этому городу добывать ресурсы. Но, скажем честно, этот город слабо развит, поэтому потеря этого города не так уж и критична. Вот сейчас свою армию начинает вести Данте для того, чтобы отбить эту атаку со стороны агрессора. Причем, видя, что там армии не очень много, он все равно тащит с собой всю армию, оголяя тылы. То есть, если бы это был отвлекающий маневр со стороны агрессора, можно было за это и поплатиться даже. Ну, хотя он, в принципе, понимает, что агрессор проиграл последние две битвы, поэтому навряд там ситуация хорошая. Поэтому, наверное, и не ожидает каких-то атак с тыла. Ну, то есть это просто экономически очень сложно было бы реализовать. Разбивается армия в пух и прах. Плюс, опять же, в нижнем городе мешают жителям развиваться рейдеры. И вот уже новый купец начнет добывать соль. Армия встает между этими двумя городами, чтобы можно было ее легко перебрасывать либо в одну, либо в другую сторону. А рейдеры продолжают тут жителям мешать развиваться. Ну, Данте уже в пятой эпохе, агрессор пытается сейчас перейти в пятую эпоху. По исследованиям ребята сравнялись. 4-3-3-4 у обоих. Так что даже несмотря на вот эти вот поражения в боях, агрессор по исследованиям умудрился догнать Данте. После длительных проигрываний в этой гонке по исследованиям.
Все, агрессор перешел тоже в пятую эпоху. Вот видите, из этих трех партий, вот решающая партия, она более затяжная получается. Университет начинает очередной строить. С такой огромной территорией, которая есть у Данте. Если у соперника отжать пару городов, то, наверное, можно и по территории выиграть. Тут же не обязательно выигрывать именно военным путем. В плане того, что кто больше армии наклепал, тот и выиграл. Можно поджать размером территории, выиграть по территории вполне. Правда, если сравнивать с той же цивилизацией, то вариантов для победы здесь немножко меньше. Но то, что их как минимум несколько, уже хорошо. Это дает варианты для маневров. Агрессор принимает монархию. Самая большая беда агрессора, которая у него сейчас имеется, это, конечно же, то, что он не успевает копить достаточно армии не только для атаки, но и для защиты. В любом случае, мы с вами видели, что не единожды он пытался даже маленькими армиями вредить экономике соперника. Ну, если бы он побежал на этот город, и этот город был правда развит, может быть, он выжил бы больше бонусов для себя, а так он напал на неразвитый город, с которого, честно говоря, особо не сильно и выжмешь. Воу, а что это было? Он удалил свои войска или... Случайно нажал на клавишу DLT, наверное? Ой-ой-ой, а серьезно, что это было? Мне кажется, это какой-то мисклик. Так, лимит населения 150. Пытается Данте переходить уже в шестую эпоху. Да, так и есть. Так, лимит населения 125 против 150. И вот сейчас Данте готовит свою атаку. Вы видите, что некоторые юниты у него реальные, а некоторые нет. Но пока ты по ним не ударишь, ты не узнаешь, что это юниты нереальные. Агрессор выстраивается тоже на своей территории. Ну, если он пойдет в атаку, его сейчас разобьют, конечно. Но и он идет все-таки в атаку. Ну, по крайней мере, он не лоб в лоб, в тупую идет. Он атаковал, отбежал. Таким образом, видите, он уже убрал часть нереальных войск. Уже немножко лучше видит ситуацию по войскам. Уже вроде и не так все критично. Здесь, кстати, осадная фабрика строится. В шестую эпоху... А, Данте начинает коло строить. Чудо света вот здесь. Благодаря этому у него лимит населения станет больше. Он сможет больше юнитов иметь. К этим юнитам относится и армия, и ваши жители. Уже, кстати, у него есть противовоздушная защита даже. Но все равно победу должен праздновать конкретно в этом бою, я думаю, бирюзовый. Еще и видите, прицеливания идут по слонам. Да, в основном прицеливание по слонам идет. Приходится отступать, потому что дальше уже перевес там колоссальный получался. Ох, и сложно здесь будет агрессору.
Ну и Данте в атаку не идет. Делает научные исследования. Опять же, по исследованиям начинает вырываться. На единичку по военным вырвался, на единичку по гражданским и на единичку по научным. Построил себе дополнительный город снизу, возле тех самых купцов. Начинает клепать тоже бараки здесь. Уже есть месторождения видной нефти. И эти месторождения очень сильно в этой эпохе, конечно же, нужны. Эти месторождения агрессор не узнает, пока сам не перейдет. Все, колос построен, так что лимит населения теперь становится 200. То есть представьте, 200 юнитов со стороны бирюзового против 150 со стороны синего. У синего на 50 будет меньше. Ну и Данте теперь выигрывает на одно чудо света. В Делфи тоже идет исследование небольшое. Павлины, кстати, так и не добываются больше. Но агрессор тут, наверное, немножко в растерянности. Тут тебе и про защиту надо думать, и про отставание, и про то, что у тебя не все ресурсы добываются. Голова занята много чем в этот момент. Вот еще один город начинает строить агрессор, пытаясь хоть где-то попытаться получить себе возможности для того, чтобы улучшить экономику. Кроме как через дополнительные города это никак не сделаешь. А тут еще один отряд готовится на разных флангах. То есть будет очень сильный центральный отряд. И, судя по всему, снизу опять очередной рейдерский. Которых мы с вами видели уже сегодня достаточно много. В шестую эпоху начал переходить агрессор. Сейчас у него тоже месторождение нефти появится на экране, и он сможет... Ну, я, правда, не знаю, даст ли ему это сделать Данте, потому что Данте собирается, судя по всему, все-таки переходить в атаку. Ну, не такой уж и маленький отряд на самом-то деле снизу. Единственное, я вот пока не вижу самолетов. Аэропорт, я так понимаю, так и не построен. Ну, вдалеке смысла его не было бы строить. Обычно его все-таки ближе, да? Пока что без самолетов. Ну и сидит в защите, пока делает разного рода исследования. Не ломится вперед. Здесь ускоритель добычи леса строится со стороны агрессора. Все, в шестую эпоху агрессор полноценно перешел. Теперь он тоже видит все вот эти вот месторождения нефти. И может делать тоже механизированную пехоту, танки и так далее. Аэропорты с самолетами. Научные исследования пошли. Очередные, потому что по научным исследованиям агрессор проигрывает уже на 2 единицы. Ну и по гражданским плюс... экономическим тоже на единичку проигрывает. И вот по нижнему флангу все-таки потихонечку, незаметно начинает эта армия входить. И судя по всему, она пойдет в Делфи. Ой-ой-ой, а тут как раз собирался строить нефтяную скважину. Агрессор. И эту нефтяную скважину ему сейчас банально могут не дать достроить. А хотя нет, он, наверное, недоразведал, да? Давайте посмотрим, видит он или нет. Он видит. Да, он видит. Он здесь не единожды уже бегал, так что разведка хорошая достаточно.
Но, видимо, Данте занят чем-то другим. Аэропорт построил, да? Да, вот уже аэропорт построен. И пока строил аэропорт, видите, отвлекся. Вот уже две нефтяные скважины есть. 140 нефти добывается против 262 нефти. Это очень важный ресурс в этой эпохе, нефть. Поэтому чем ее будет больше, тем лучше. На 8 очков, ребята, отстает агрессор от Данте. Это слишком большое отставание, чтобы оно было не критичным. Начинается постройка еще одного чуда света. Это башенка. Устроиться она будет достаточно долго. Почему он нефтяную скважину не разрушил, я даже не знаю. Причем одна снизу, две сверху. Это был бы очень сильный удар по экономике у агрессора. Может, он хочет делать одновременную атаку с двух сторон? Когда делаешь одновременную атаку с двух сторон, то соперник физически не может одновременно защищаться с двух сторон. Особенно если это неожиданно происходит. С этой стороны тут ничего особо не видно. Немножко по территории начинают поджимать Данте агрессора. 8 очков, 8 тысяч, точнее, очков отрыва. Ну вот сейчас небольшие разведки со стороны агрессора начинаются. Пытается ездить, расстреливать жителей. Ой, тут еще конница. Вот, вовремя успел сделать улучшение конницы до танков. И танки разбивают этих разведчиков, конечно же, достаточно быстро. Танки продолжают преследование. Они даже пришли убить здесь жителей, которые чудо света строили. Вот один еще житель строит, нового сделал, который тоже идет строить. Ну, не дать построить еще одно чудо света, скорее всего, здесь не получится. С большой долей вероятности. Ну и все. Поездив по территории, эти разведчики больше не жильцы. И чудо света уже практически достроено здесь. Все больше нефтяных скважин начинает отстраивать. Но, правда, еще не все используются из тех месторождений, которые есть на территории агрессора. Но он над этим работает. Начинает с 6 в 7 эпоху уже Данте переходить. Догнать по экономике Данте для агрессора будет уже крайне сложно. Строится форт. Версаль, одно из чудес света, начинает строить сейчас агрессор, но это чудо света может быть не построенным, если все-таки этот отряд со стороны Данте будет задействован. Разбить постройку этого здания можно было бы достаточно быстро. Но нет. Прям вот этот отряд, он как-то засел и вообще никак не используется. Может быть, к концу игры мы все-таки увидим, в чем же был замысел вот этого отряда, стоящего здесь. Просто ни это не выбито, ни это не выбито, ни это не выбито, ни это не выбито. Но то, что он не видит постройку, я не знаю даже. В общем, сложно сказать. Так, тем временем здесь чудо света все-таки построено.
уже второе. На 3 очка по чудесам света уже лидирует тоже Данте. Можно, кстати, по чудесам света тоже выигрывать. Один из вариантов победы. Почти. До постройки Версаля осталось совсем немножко. Четыре. Короче, около 11 отрядов в этом городе сидит. Тут 2 отряда сидит. Все, в седьмую эпоху уже перешел Данте. Агрессоры еще только переходят. Блин, ну 13 отрядиков это на самом-то деле достаточно мало. Продолжаются проблемы. Все, в седьмой эпохе находятся теперь оба игрока. Новый город сейчас построил Данте и начинает заниматься его улучшениями. 64% владения территории против 35%. Разница почти в 2 раза. И поджимание по территории продолжается, если он еще один город построит с этой стороны. Тогда, конечно, уже можно будет претендовать на победу по территории. Ну, наконец-то, вот отряды начинают двигаться. Уже когда Версаль построен, только тогда он начинает реагировать на это. Причем он приехал и даже не атакует, да? А что он делает? Минирует его, что ли? Да, он его тупо заминировал. Дождался, пока соперник потратит ресурсы на постройку его. А потом начал из огня палить. И за счет заминирования достаточно быстро разрушается это чудо света. Неплохо. Неплохо. Вот выбегают отряды, которые были у агрессора. Ну, эти отряды армию, я думаю, то разобьют без особых проблем. Но этот отряд с минерами, он со своей задачей справился. Так, и агрессор, кстати, начал отступать. Я бы попробовал этими отрядами вот-вот-вот. Вот это правильно. Нефтяные скважины вырубать. Причем надо было это делать гораздо раньше. Больше бы пользы было получено. И Данте начинает переходить уже в 8-ю эпоху и опережать соперника. Уже даже на сколько? Почти на 11 тысяч по очкам лидирует Данте. И вот он еще и Нижний город отжимает. Этот город возвращается сейчас под владение агрессора. Ну, не знаю. Настолько большую разницу по очкам, я даже не знаю, вообще реально ли переиграть. Мне кажется, что скорее нет, чем да. Со всех сторон и с разных флангов сейчас агрессор подошел. Так что здесь армия будет у Данте потеряна полностью. Но у Данте здесь копится вверху достаточно много армии. Остались только вот эти вот минеры, да? Которые, сверкая пятками, пытаются убежать. Но их преследуют вертолеты агрессора. И они не дадут здесь передышки вообще никакой. И вот начинается уже атака на севере.
Вот именно эту атаку уже будет сложновато отбивать. Но надо сказать, что агрессор тоже достаточно много армии успел накопить. Единственное, что он проигрывает по исследованиям, проигрывает по экономике, по территории, по эпохам тоже проигрывает. Вот смотрите, еще и поддержка сверху из самолетов начинается. Ну и вот начинается самый жесткий пока замес за всю эту партию. Потери будут большие с двух сторон, наверное. Данте исследует что там, мировое господство или как оно там переводится, исследование это. Все, агрессор сдается. Потерял почти всю армию. Так что Данте у нас выходит в гранд-финал таким образом, с чем мы его и поздравляем. А агрессор, он может вернуться тоже в гранд-финал. Для этого ему всего лишь надо будет выиграть следующую игру. С кем эта игра будет, пока что непонятно. Там многое будет зависеть от ребят, которые будут играть внизу. Но в целом достаточно один раз выиграть, и мы опять можем увидеть противостояние этих соперников в битве за первое-второе место в турнире. Ну а если агрессор кому-то там проиграет, тогда он будет сражаться не за первое-второе место, а за третье. Ну а Данте уже понятно, что в данном турнире ниже второго места занять уже не сможет. Ну что, спасибо ребятам за интересную серию игр. Причем, если бы они играли БУ1, то в первой игре выигрывал Данте, а сыграли БУ3 и тоже выиграл Данте. То есть две игры из трех. Но для нас с вами лучше все-таки серия игр, поскольку мы с вами получили больше интересных противостояний, интересного контента по рассвету наций. Тогда все, ребятки, на сегодня по этой партии. У нас там, получается, имеется задержка в нижней сетке, которую мы с вами пытаемся исправить, да? Это каната, который продолжительное время не может играть. Поэтому я сказал Альтфаку, чтобы он договаривался с Dual Red Skyrim, когда они смогут сыграть, потому что ждать еще больше канату, но это уже нереально и несерьезно. И тогда будем наблюдать за 1/8 нижней сетки с вами. Dual Red Skyrim против канат, ой, Альтфака точнее, и Баженов Влад против джедая. Победители выходят, соответственно, на пак 74 и Алекс 3/9. Ну а потом победители этих пар будут играть между собой и бороться за проход в финал нижней сетки, где их будет ждать агрессор. Вот такая вот вкратце ситуация в турнире. Все, рад был всех видеть на стриме. Спасибо за вашу активность. Поддерживайте и дальше популяризацию этой достаточно интересной игры. Если вас будет много собираться и вам это будет интересно, то мы будем продолжать делать какие-то турниры, пытаться как-то популяризировать все это дело и, возможно, вывести даже на появление какого-то небольшого, но тем не менее комьюнити, которое будет всем этим делом заниматься. Все, рад был всех видеть, всем пока-пока, до новых встреч!